Снежный патруль, 170 аварийных бригад, почти 130 групп кровельщиков, более 4000 дворников и 190 единиц спецтехники управляющих компаний могут хоть завтра выйти на уборку снега. В этом году по поручению главы администрации города все коммунальные службы впервые начали подготовку к снегопадам еще осенью. Более 90% жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону готовы, докладывают в департаменте ЖКХ. До конца месяца завершатся работы во всех муниципальных котельных. 4 котельных в течение этого года были переведены на центральное отопление. То есть вместо них созданы ЦТП. Это котельные улица Гагарина 6А и Печорская 12. Работы в полном объеме закончены. Негативный опыт прошлых лет, когда обильные снегопады буквально парализовывали город, не должен повториться, уверен глава администрации Олег Фурсов. Главам коммунальных контор он настоятельно посоветовал не планировать отпуска на период новогодних праздников. В это время все службы ЖКХ и благоустройства должны быть полностью готовы ко всем сюрпризам погоды. Управляющая компания – это не бизнес. Это в большей степени некая такая социальная функция. Во главе наших интересов должны быть интересы простых людей. Их безопасность. Чтобы с крыши ничего не падало, чтобы под ногами скользко не было, да? Своевременность уборки и полнота оказываемых услуг. На борьбу со снежными заносами на улицу города выйдет и тяжелая артиллерия. Городской парк спецтехники глобально обновили в этом году. Купили 64 современных машины. Плюс еще 28 единиц спецтехники город приобрел для муниципальных компаний. Уже сейчас готовы полигоны для вывоза снега общим объемом в 500 000 тонн. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».